Всем привет! С вами ребята из Кроссовника, и сегодня будет топ-8 наших любимых кроссовок. Но дело в том, что я не хочу дианониться, чтобы был на каких-нибудь мероприятиях. Кто-нибудь подходил, говорил: о, привет, ты типа из Кроссовника, а кто-нибудь просто вот так вот стоял, смотрел, не подходил бы вот таким вот маньячьим взглядом. Ну, это немножко напрягает на самом деле. И, ну, может, когда-нибудь я сниму маску и покажу. В группе редакторов где-то человек 9-8, и мы делаем годный контент, качественный контент. Заливаемся солярой и пилим посты. Вот. Конечная цель – это преобразить сникер-культуру в России. Ну, не то, что преобразить, а возвысить ее на более лучший уровень, на котором она находится сейчас, и просто помогать людям с выбором кроссовок, новостей, как разбираться в кроссовках, как отличать оригинальные от поли и реплик. Конечно, нет. Я всегда в маске хожу, это же для изменения голоса маска. Ну чё, народ, погнали? Давайте первую пару начнем. Первая пара у нас будет, это Nike Air Foamposite Pro версия. Дело в том, что я очень люблю фампозиты. И вот эти Gucci я пытался выцепить года так. В каком они вышли? В 2015? 16? Ну, что-то такое. Я тогда был в 7 классе. Мне было 10 лет. В общем, я пытался выцепить эту пару, но никак не мог. Я уже накопил денег, ждал релиза, ничего не получилось, я забил. Через год и она где-то всплывала по 15, по 18 тысяч. Я думаю, вы что, охренели, что ли, за такие бабки брать их? А потом я что-то сижу на сникерхеде. Тогда еще площадок не было, типа маркета вот таких вот, ну, которые всем известны. И были только альбомы сникерхеда. И мы сидим такие с ребятами. И хренак выплывает эта пара фампозитов за 7 тысяч. Кондей 9 из 10. Парень говорит: все ровно, чеки, наклейки, все нормально. А парень был в Москве и говорит: да я не хочу высылать, там все тыры-пыры, напрягли ребят. Выслали пару. Я думаю, господи, хоть бы нормально бы, хоть бы нормально. Без грибков, без лишаев, пожалуйста, без мертвых насекомых. Вот чтобы она нормальная была. Достаю пару, она с чеком в целлофане. И получается, что я взял пару, у которой ритейл $210 или сколько там, 250, за 7 тысяч рублей. И именно поэтому я люблю их. Не потому, что они там какие-то супер красивые, супер изящные, а с них такая история красивая. И единственное, могу вам дать совет, кто хочет покупать фомпозиты, не покупайте фомпозиты Mirror, у которых такие, ну, блестящая такая штучка. Такая. Потому что она отколупывается и превращается в полное говно. Покупайте эти. Номер 2, второй, раз. Это будут ультрабусты. Но не обычные, а уже версии 3.0, потому что 2.0 мы выцепить уже не можем, это почти нереально. И с ультрабустами тоже такая веселая штука есть. Как вы помните, когда они только вышли, их никто не хотел покупать. И ребята из Adidas такие говорят: блин, а что нам делать? И они заплатили Кане денег, чтобы он вышел на баскетбольном матче. Тогда, не помню, в 1.0 или в 2.0 ультрабустах. И на следующий день был полный солдаут ультрабустов. Но это Prime Knit плюс Boost, это, ну, наше все как бы. Алло. Самые удобные материалы, которые только могут быть. Единственное хреново здесь, это вот эта белая штука, ну, Boost. Его нереально оттереть вообще никак. Если вы ходили в холодную погоду в них или по грязи, Boost впитает полностью всю грязь, и ее только красить. В общем, вот так. А отличия каждый раз у ультрабустов с новой модели вроде не такие серьезные. На самом деле они каждый раз перерабатывают вот эту колодку и делают мягче буст. Третье место — это у нас не какая-то обычная пара, а как бы, в общем, вся фирма New Balance. Но не вот эта вьетнамская, вот эта такая. А настоящие пары, которые делались во Флимби и которые делаются в Америке. На данной фотокарточке у меня New Balance 991 в цвете бургунди или марун, я не знаю, какой это цвет на самом деле, я вообще дальтоник. В общем, но они красивые, говорят. Девочкам нравится это.
На самом деле тут очень спорно, потому что есть строение ноги у ребят такое, когда вот этот выпирает косточка, и вот здесь вот нету, когда шва вот этого, материал рвется. И это неприятно, их приходится зашивать, перешивать. Ну, короче, не круто. И поэтому я советую, если вы хотите брать New Balance, то на всякий случай брать вот с такими штуками, ну, полузащитными. Если смотреть по качеству, ну, где они произведены, то мне американские нравятся больше, потому что у них, ну, более сложная система подошвы такая. Не то, что сложная, она более интересная. Хоть это 997, это 991. Вот эти, по моему взгляду, намного удобнее. Здесь дубовая подошва. Короче, если вы хотите покупать New Balance, покупайте только английские и только американские версии, потому что все остальное – это полная срань. Алло. Да. Факс хотите прислать? Хорошо, ожидаю. Угу. О, чего Лен все достал? Это редакторы наши прислали. Значит, их любимые пары. Sneaker Freaker, Puma Blaze of Glory, Bloodbath. Угу. На самом деле, это очень классная пара, потому что она не столько красивая, а сколько красивая ее упаковка. Вы, наверное, вот тут увидите фото. Вот здесь. В общем, вы когда покупаете хорошую пару с разными коллабами магазинов, разных людей, вы хотите не просто вот вы достали ее из коробки и взяли, а все остальное можно на выброс. А вот с этой парой вы открываете коробку, там лежит стикер с акулой из челюсти, красное море, девушка плывет. Ну, в общем, все как надо. На самих кроссовках охрененные материалы, только шнурки, ну, такие. Идут стельки разные, идут толстая коробочка коллекционная, пенопласты, всякие штучки классные. И самое главное, что на них такой брелочек маленький, и там такой зуб акулий, типа, такой вот. Очень прикольно. Очень красивая пара, не сколько по виду, а сколько по упаковке и комплектации. Следующее, это у нас, домой заберу, у меня бумаги нет. Ronnie Fike Asics Gel White 3.1 Salmon. Ну, это тоже очень красивая пара, она тоже идет в коллекционной коробке. Вы когда открываете, понимаете, что это реально произведение искусства, а не просто кусок дерьма. В общем, насколько я помню, там идет картонная такая штучка, вот такая. Там несколько значков таких прикольных, можно вот так вот зависнуть на них, так смотреть. Короче говоря, пара очень классная, материалы охрененные, подошва бомбическая. Я даже не знаю, как это назвать. Тупо лики. Лики. А, следующий нам прислали, это Cavs Air Jordan 4. Но на самом деле, многие могут сказать, что да нет, да это ж стрём, да за что такие бабки. Если честно, они показали четвертые Джорданы такими, какими мы их никогда не видели, в очень классной волосатой замше, с классными шнурками, но шнурки, я думаю, что порвутся очень быстро, потому что натягиваете вот эти замшевые шнурки, ну вот эти кожаные, они так и рвутся, не прикольно, а потом купить такие невозможно. Пара реально очень классная, цвета подобраны нереально круто, стельки с такими рисунками всякими, можно просто смотреть и не отвлекаться вообще. В общем, вот так наши редакторы это прислали, я это спрячу. Вы готовы к самому главному топу? Номер один от кроссовника. Это суперстар. Белые меды. На первом месте белые меды, на втором месте опять меды, на третьем у нас меды, на четвертом суперстар, и на пятом у нас опять меды. Короче, на первом месте. Тут. Адилеты. Это самые классные тапки, которые у вас могут быть. Кроме того, что в них вообще не скользко, можно заходить по квартире и не разобьете все лоб после душа. Вот вы уходите так из души, хоп, а ножки уже обсохли. И вы не умрете больше. Не упадете, башкой не ударитесь, все будет по кайфу. В чем понт вообще их?
Они как кроссовки. У них реально очень удобные подошвы. Также вы можете флексить в них летом на разные показы, надевая вместе с белыми носками. И это будет выглядеть странно, но будет выглядеть очень круто. Короче, цветовые решения охрененные. Есть черно-желтые, всякие там другие цвета, которые я не различаю. Но в итоге, вот этот цвет самый крутой. Все, это топ. С вами был канал Крин. Парни из кроссовника. Подписывайтесь, ставьте лайки. Зябу, я вас жду. До свидания. Чего? Живой этот, вот чего.